Контролер. Контролер. Везде контролирует осёна. У нас продолжается закупка кормов на зиму. Мы докупили еще наполнитель. Один мешок нам привезли Костя с Оксаной. Спасибо им огромное. Очень нам помогают. Это уже даже не второй, не третий мешок от Фармины Матиас. Хозяева таблюшки привезли нам вот такой мешок. Подкармливать нам приходящих. Потом будет зимой к нам забегать. Мы взяли мешок для самых преданных. Телятина с индейкой с чувствительным пищеварением. По составу корм более-менее. Соотношение цена-качество. Посмотрим, будут ли кушать. Предложим, посмотрим. Из наполнителя. Более оптимальная цена и качество. Это счастливые лапки. Вот такой. Мы взяли 4 пакетика. В принципе, его надолго хватает. Хорошо комкуется. Прекрасно убирается. Перепробовали мы много наполнителей. Заявляют комкующийся, он не комкуется. В итоге все это рассыпается. От горшка стоит запах. И взяли еще вот сибирскую кошку. Дополнительно тоже неплохой комкующийся наполнитель. Соотношение цены и качества прекрасное. Наше счастье, наша радость корма и наполнителей.